Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка. Вы знаете, мне кажется, жилет можно отнести к такой одежде, которая является золотой серединой. Жилет Лилиана сегодня главный товар дня, специально к новому сезону, да и уже и сейчас очень актуальный. Представляет сегодня эту коллекцию от бренда Pre-Woman эксперт телеканала Шоп-н-Шоу, модный стилист Микола Комендров. С модных подмостков жилет не сходит и, точнее, не сойдет никогда, потому что это предложение действительно является одним из самых универсальных. Что такое жилет? Это изделие, которое не имеет рукавов, а значит, уже имеет в своем подспорье активный образ жизни. Он не скрадывает и не занижает ваше движение. Вы очень активны, и самое главное, он бережно защищает вашу поясницу от поветрия или от непогоды, потому что построен с капюшоном, с рельефными выточками. Даже несмотря на свою стеганую форму и придающий небольшой объем, за счет именно правильного женственного кроя от бренда Pre-Woman, мы с вами получаем жилет красивой, элегантной стройности. Он и придаст вам форму, и, конечно же, блестящий аксессуар в виде броши, который находится у нас с вами с левой стороны, сразу говорит о том, что вы леди модная. Ох, это точно, абсолютно! У нас для вас есть аж 6 цветов на выбор. Давайте на них прямо сейчас посмотрим. Так, все цвета индивидуальные, каждая найдет для себя свой. Посмотрите, это мятный цвет хаки и серый цвет. Кстати, я его сегодня выбираю. Да. Какие еще цвета есть? Также есть у нас с вами синий, красный и бордовый. Обратите внимание, самые внимательные понимают, что костюмы сегодня имеют тоже цветовую гамму. Точь-точь жилета. Вы можете выбрать тотал луки или, наоборот, сделать на контрасте, как выбрала Оля. Бежевый костюм плюс красный жилет. А свитшот Янины и брюки Элла, поэтому рекомендуется забирать сегодня вместе с главным предложением дня. Уж делать себе подарок, как делать. Тем более сегодня у нас действует лестница скидок. При заказе на сумму 3000 рублей 10% экономии, при заказе на сумму 4000 рублей 15% ваша экономия, а при заказе на сумму 5000 рублей вы получаете аж 20% скидку. Поэтому готовые образы от бренда Pre-Woman сегодня специально для вас. Это новая коллекция, которая уже в рамках нашей распродажи получила максимальную скидку и экономию. Здесь мы с вами 33% экономим, и цена только сегодня 1999 рублей. Размер у нас есть от 48 до 66. Микол, расскажи, пожалуйста, как правильно выбрать размер, потому что, ну, жилет не имеет рукавов, мы это понимаем. Да. Как это сделать? Вот это как раз-таки и есть его выгода, потому что жилетом чаще всего делают более глубокую пройму. Обратите внимание, Екатерина добавила достаточно плотный вязаный свитер, и он не сопротивляется, еще остается место. А значит, даже рукава буфы или более плотный свитшот также имел бы место быть здесь. Рельефная выточка, про которую я вам уже говорил, он создает все-таки рельеф. Вы стоите в профиль, ваше тело все равно сохраняет женственный силуэт. Несмотря на его длину, а здесь у нас с вами длина, защищающая паховую зону и зону ягодиц, для молодых мамочек, кстати, тоже подойдет с коляской погулять, особенно если вы как раз-таки попадете в период, когда вы осенью будете малыша выкатывать на коляске. 85 сантиметров длина. При таких конструкциях мы с вами выбираем по нижнему типу фигуры жилет, либо по верхнему. Все зависит от вашей индивидуальной формы. Также не возбраняется забирать жилет на размер плюс. Ох, мне очень нравится. Вообще, знаешь, я обожаю жилеты. Мне очень нравится, но мне еще важно, конечно, чтобы это было модно именно сейчас. Насколько актуальны сейчас жилеты? Что касается именно жилета, это действительно сейчас очень актуально. Давайте с вами посмотрим небольшой ликбез и историю о том, как все это начиналось. Первые предпосылы именно жилетов были у комика Желе. Это французского дизайнера, и который еще изготавливал концертные костюмы. Но, конечно же, самая популярность пришлась на революционную часть именно во Франции. В Россию она попала в 19 веке, а при царе Александре было запрещено носить жилет, потому что считалось, что это намекало как раз-таки о революционерах Франции. Но сейчас у нас с вами современная мода дает возможность носить жилеты даже вот с такими нежными платьями. Представьте, вы не можете себе отказать красиво одеться. Но на улице прохладно, и вы думаете, ну да, фотографию я смотрела, вдохновляющуюся Нью-Йорком или Лос-Анджелесом, а у нас все-таки Россия холодно и реалии. Конечно, с помощью жилета можно сохранить себе женственный образ, остаться в летящем платье, но закрыться жилетом для того, чтобы было тепло.
И это правда, жилет Лилиана сегодня настолько актуален, настолько в тренде. За 1999 рублей вы получаете настоящую палочку-выручалочку. 33% экономии. Только сегодня новая коллекция от бренда Prewoman. Это главный товар дня. Давайте сейчас поговорим, потому что цена очень выгодная только сегодня. Звоните и заказывайте. Все звонки абсолютно бесплатные. Слушай, расскажи, пожалуйста, кстати, вот вопрос сразу такой. Не добавить ли объем? На какие типы фигуры ты рекомендуешь носить жилеты? Смотрите, здесь у нас с вами жилет все-таки температуры средние, от 0 до минус 5, то есть это является такой хорошей подспорьем. Значит, и плотность данного жилета не столько уж и объемная. Здесь евросиндипон. Кстати, он дает самый маленький объем изделиям. Почему? Угу. Потому что синдипон — это у нас с вами достаточно пористая такая наборная вата синтетическая, а евросиндипон, он выложен в виде коврика. Поэтому, когда его вкладывают и простегивают ткань, он все-таки имеет целостное полотно. Это также является подсказкой, что и ухаживать за евросиндипоном будет проще, стирать можно будет в машине, и компактность этого изделия тоже никто не отменял. Вы поехали в путешествие, понимаете, что в ближайшее время вам жилет особо не нужен, но и возникнет момент, когда действительно его стоит будет достать, например, из чемодана или сумки. Так, можно нам скатать его в маленький ролик и взять с собой. Супер. Например, в самолете можно даже подложить под поясницу, положить под шею. Зачем покупать вот эти дорогущие гаджеты подушки в виде вот маленьких эти, подушек? Да. Если вы где-нибудь в поезде, я, например, всегда под подушку кладу еще свою куртку, потому что неудобно вот эта стена и сама кровать, да, в поезде, очень удобно, нужно что-то проложить, то есть очень удобно. В автомобиле многие водители вот так его натягивают на кресло, чтобы дополнительная мягкость была. Конечно. Вышли на улицу, надели жилет. Вообще жилет абсолютно универсален во всех отношениях, да, мы с вами это понимаем. И с юбкой, и с брюками, пожалуйста, мы с вами сочетаем, мы это на подиуме же с вами посмотрели. Вот, пожалуйста, наш костюм, который сегодня так бы же мы предлагаем. У нас мятный, хаки и серый, посмотрите, есть цвет на выбор. Сейчас серый очень популярен, синий, красный и бордовый. Красного у нас изначально очень маленькое количество, поэтому выбрали красный, заказывайте сразу. И вообще не ждите конца презентации или конца прямого эфира, дозванивайте сразу. Никаких предоплат делать сразу не нужно, оплата только при получении. Звоните.